Thank you.
Всем доброго дня! Такого растения, как премна, в домашних условиях. Это тропическое растение. Во Вьетнаме его называют хуонг. Поэтому переместимся в мою лабораторию и попробуем что-то сформировать. Вот обросли заготовки премн, из которых можно уже изготавливать мини-бонсай. Это шершавой корой, это премна с гладкой корой. Сейчас период у них как раз сбрасывание листвы частично происходит. Вот это формирование веток, чтобы крона более ветвистая была. Я все новые ветки, которые пошли, отпустил вот до таких размеров, чтобы вот эта часть ихняя уже просветлела, ее можно было формировать. Этот пенек оброс, уже приобретает черты маленького мини-бонсая, вот наподобие вот этого. Ну, до этого еще очень далеко, а пока что мы будем маленькие сформированные мамешки стричь, и с них уже можно будет молодые черенки укоренять. Вот. Thank you.